Я подарую тобі зиму в абсолютній безпеці. Я – зимова шина «Континенталь». Генеральний спонсор програми на першому автомобільному. Увімкни світло наповну. Philips – партнер проєкту по безпеці на першому автомобільному. Мы рекомендуем круглый год, круглые сутки ездить с включенным ближним светом. Мы это называем пассивной безопасностью. То есть человек, другой автолюбитель, который присутствует вместе с вами на дороге, да, он раньше вас увидит. Здравствуйте, с вами снова «Секреты безопасности» и Международный центр безопасного вождения «Физика движения». Я Александр Сорокеев. И я Кирилл Каландырец. И сегодня мы с вами будем разговаривать о ремнях безопасности. Как же этот самый простой из методов пассивной безопасности в автомобиле может очень сильно повлиять на нашу безопасность? Саш, я снял куртку. Что дальше? Пристегивайся. А почему я вообще снимал куртку? Зачем? Потому что в зимней одежде мы в одной из передач еще рассказывали, что нам нельзя ездить. Это очень небезопасно, будем так говорить. Итак, давай... Я следил, вот так хочу пристегнуться. Где ты такое видел? Как-то в кино. Нельзя. Даже не хочу объяснять, почему. Просто нельзя. Так правильно? Да, так правильно. Да, еще ты, если ты помнишь, когда мы говорили, как пристегивается ремень безопасности, когда мы правильную посадку делали, да? Вот, то мы говорили о том, что надо подтянуть двумя руками ремень. Когда вот лежит ремень, как у тебя, очень плотно, да? В экстренной ситуации он сработает вот так вот, да? Нет, ты берешь, смотри, левую... Я лягу, наверное, рассказываю. Да, да. Вот. Левой рукой за нижнюю, правой рукой и тянешь в другую сторону, наоборот. Оп, да. И подтянул себя, прижал немножко, зафиксировал себя в сиденье. Угу. Вот. Это правильно пристегнутый ремень. Вот. Теперь давай, наверное... А если он мне будет тереть по животу, или если я, например, беременный, или у меня большой живот? Как под живот, под беременный или под пивной, неважно. Вот. А у меня... Саша, извини, что беру. Бывают такие штуки, что я сажусь в машину, и здесь вот трет ремень. Либо внизу, как мне с этим? Это настроено... Обычно вот у тебя есть регулировка по высоте. Ты можешь ее регулировать. Ага. Главное, чтобы ремень был у тебя ровно посередине, между плечом и шеей. То есть где-то на ключице. Ну, вот это такая, Саша. Да. Это ключица. Да. Я что-то думал, что это лопатка. Есть статистика определенной компании немецкой про аварии с летальным исходом. Так вот, если бы в этих авариях люди были бы все пристегнуты, 93% возможно бы из них выжило. Вот, большая вероятность, что они бы выжили. Давай еще теперь тогда обсудим основные мифы о том, что ремень иногда нам не полезен. Да? Я вот слышал истории такие, что люди, которые тяжелые, они говорят, вот если я врежусь, у меня этот ремень просто не выдержит. Вот я улечу вперед, кто весит. Ремни, в зависимости от производителя, выдерживают от 10 до 20 тонн. Поэтому люди очень редко, даже при самых сильных авариях, весят больше. Такого практически не бывает. Или человек должен весить сверх нормы, скажем так, очень много. Еще есть основной миф такой, как, когда рассказывают то, что неудобно, когда ремень пристегнут, неудобно. Ну да, он так мешает двигаться. Я себя довел до того, что мне уже, когда сажусь, например, в такси или кому-нибудь из товарищей в машину, да, и мне неудобно без ремня. Мне кажется, что я плаваю по машине, да, а хочется чем-то себя зафиксировать. То есть я беру там, пристегиваюсь, вот курточку, если она там не толстая такая, как у меня, да, оп, и сверху вот так вот прижался. Я себя чувствую намного комфортнее. Это как любая, наверное, привычка, которая вырабатывается просто со временем. Любой человек может себя довести до того, что без ремня некомфортно. Как так же, когда они садятся и пристегиваются, говорят, им в ремне, с ремнем некомфортно. То есть можно поменять привычку. Ну, а ремень у нас работает в какие-нибудь ситуации, кроме аварий? Вот если мы просто едем, он уже несет какую-то пользу? Или он нам приходит в пользу и в пригодность только когда мы попадаем в ДТП? Смотри, ремни придумали больше 100 лет назад. Начали их вначале использовать в авиации, а потом они только появились в автомобилях. Вначале они были только поясные, потом появились три точки, потом появились три точки, у которых ремень может затягиваться на барабан. Вот, потом появился пиропатрон, потом появился вот этот стоп, потом появилась дотяжка обратная во время аварии. Угу.
Потом появились уже ремни, даже вот сейчас уже появились ремни, которые с подушкой безопасности внутри ремня. Вот, это в топовых версиях автомобилей премиум-класса. Вот, поэтому ремни придумали не просто так. И их все время усовершенствовали для того, чтобы было максимально безопасно находиться в автомобиле во время аварии. Насколько это возможно. Потому что аварии очень бывают много и разных, и все их оговорить у нас нет возможности. А как миф про то, что люди говорят, что если я врежусь, я боюсь, что машина же вся побилась, она уже не работает, значит, я не смогу ремень выщелкнуть. Ремень выщелкивается одним движением. Вот таким вот. Мы еще рекомендуем своим ученикам иметь нож в зоне доступа, когда вы пристегнуты и не шевелитесь, и можете его достать левой или правой рукой. Обычно это в подлокотнике. Либо в двери, например, можно шевелить. Да, но в двери большая вероятность, что он может вылететь вот, во время аварии, а в подлокотнике он зафиксирован. Потому что он закрыт. Да, закрыт. Следующий разберем момент. Это когда у нас многие взрослые считают, что могут маленького ребенка не пристегивать и перевозить его на руках, держа в руках. Ни одна мама и даже папа не удержит ребенка, если удар произошел со скорости хотя бы лобовой 30 км в час. На 30 км в час масса тела человека уже увеличивается в 19 раз. Никто не верит в эти цифры, но есть формула той же немецкой компании ADAC. При ударе со скорости 65 км в час лобовой масса тела человека увеличивается в 42 раза. То есть я буду весить 4 тонны 200 кг? Ну, чуть-чуть меньше, не вешу 100 кило. Приблизительно, да. То есть, а ребенок, который может весить там килограмм 10-15, да, будет весить около 300 килограмм. Но ремни при этом удержат даже не ребенка, но если бы это был ремень, то он удержал бы даже взрослого мужика, который весит 150. Совершенно верно, да. Так вот, ребенок должен быть маленький в детском сиденье, да, о чем мы поговорим в следующей передаче. А вот держать, сам быть пристегнутым и держать ребенка, ребенка не удержит. Так, а если, например, ну, не я, вот вдруг кто-то попадает в аварию на скорости там, 80 км в час, 90, там, в лобовое, но при этом он пристегнут и никуда не улетел, ему ничего не пристегнуло, что он останется ну, в порядке с ним все будет? Давай скажем так. Для того, чтобы автомобиль вышел в серийное производство, проводятся краш-тесты на определенных скоростях, определенные удары. Так вот, лобовой проверяется всего на 65 км в час. Больше вам никто не может дать гарантии. Потому что ты можешь разогнаться, грубо говоря, 200 км в час, удариться в стену, умереть, а потом говорить, кто-то за тебя будет рассказывать о том, что как же вы выпустили небезопасную машину. У всего есть ограничения, это надо понимать. У нас есть такие товарищи, у нас с тобой, я знаю, которые пересели с «Жигулей» в иномарки, и у них появились подушки безопасности. И они вдруг решили, что пристегиваться уже не надо. Ты же знаешь, да, какая скорость начальной подушки безопасности вылета с руля? Около 300 км в час. Да. Поэтому я по себе знаю, и после этого в соревнованиях отключаю подушки безопасности. Когда ты сидишь пристегнутый, и подушка безопасности летит тебе навстречу, то она у тебя бьется приблизительно, когда ты там наклонишься, у тебя сработает ремень, она ударится, и где-то в этом моменте вы с ней встретитесь. Вот, да? Я могу прийти. На этом расстоянии она уже как бы гасит основную скорость. Ну, да? Она же заканчивается вот здесь. Да. И тут она как раз дает тебе эффект не совсем подушки мягкой, будет определенный хлопок. Красное лицо. Но целое, да. Вот. Если ты не пристегнутый, ты начинаешь разгоняться в ее же вот, сторону. Вот так. Да. И встречаешься с ней там, где она еще, может быть, даже и не раскрылась до конца. Это же грудью можно наступить. Обычно я говорю такую фразу, у вас руль будет в груди на память. То есть оно как-то, наверное, отрезляет. У нас многие девушки, ученицы говорят о том, что зачем вы так грубо говорите, умрет, погибнет, руль в груди, в грудной клетке на память. Я говорю, хорошо, я скажу по-другому, так нельзя, так плохо. Услышали меня? Никто не слышит. Давай тогда тут проведем небольшой эксперимент. Я сяду за руль, а ты посидишь сзади, и мы тебе сейчас расскажем, что надо сделать. И ты почувствуешь, как быть непристегнутым. Ну, я же не говорю, что это хорошо. Ну, придется. Давай? Давай. Смотри, Кирилл, ты садишься, ноги вот так вот
Руки, ноги. Руки под ноги. Ты аж пристёгиваешь, да? Нет, нет, нет. Да, мы будем экспериментировать. Так, так вот, я сел, куда руки? Под ноги, вот так вот, зажми ногами, ноги опусти, опусти. Вот, заодно прочувствуешь, куда ноги залетают под сиденье. Вот, и не пристегиваешься, естественно, и закрываешь глаза. И веришь мне на слово. Только ты должен честно закрыть глаза. Закрыл. Да, поехали. Гоу. Страшненько. Да не бойся, ты же не доверяешь. Мы ж... Команда, да? Я могу держаться без ремня, смотри. Уже держался в повороте. А какая скорость? 40 км в час. А 60 не будем делать, да? Ты всегда так останавливаешься? Ты понимаешь, почему я тебе руки заставил? Потому что ты руками не успел упереться, чтобы это был как бы имитация эффекта неожиданности. Да. Поправил камеру? Молодец. Это было 50. Я услышал, там она теперь переключалась, и мне стало страшнее. А ты мне скажи, разницу ты почувствовал 10 км в час? 60, я было 50 или 60? 50. 60 я уже не хочу пробовать без ремня. Ладно, давай еще раз попробуем. Не говори, что мне, я лучше потом узнаю. Давай попробуем, да. Страх это еще хуже, чем эта штука, которая там происходит потом. Сейчас мы покатаемся немножко в повороте. Я надеюсь, что нам теперь некуда разгоняться, потому что мы все время поворачиваем. А у меня тут дверь, меня не заносит. Да? Имитация бокового скольжения, даже если будет без удара. Ну вот, я сейчас... Ты там живой? Ну, я честно, это было не притворение, это было, блин. Я думал, я просто... Скорость была где-то 30-35 км в час и небольшой занос. Еще? Да, последний эксперимент. Тоже не скажу, что мы будем делать. Это будет для тебя эффектом неожиданности плюс эффект присутствия. Я только что сымитировал объезд препятствия. Так называемый лосиный тест, которым мы обучаем наших учеников в конце контраварийной подготовки. Камеру в руках уже держишь, она отпала. Поехали. Я действительно стукнулся. Я прошу зрителей, не делайте такое самостоятельно. Я напоминаю, что генеральный спонсор нашей программы – компания «Continental». Я попытался сегодня тебе максимально рассказать, зачем нужны ремни безопасности, как их применять и с чем их есть. Я надеюсь, ты это все впитал, запомнил и расскажешь другим. Правильно? Я даже сегодня смог убедиться и почувствовать на себе, что будет, если ремнями безопасности не пользуются на очень маленьких скоростях. И я хочу сказать, что ни за какие деньги не попробую ездить без ремней и с чем-то сталкиваться на скоростях даже на 5 км больше, чем мы сегодня с тобой пробовали. Да, мы сегодня поговорили о основных мифах про ремни безопасности. Их намного больше, поэтому помните то, что ремень не просто так стоит в автомобиле. Безопасной вам дороги. До свидания. Я подарую тебе зиму в абсолютной безопасности. Я – зимова шина «Continental». Генеральний спонсор програми на першому автомобільному. Денні ходові вогні «Філіпс» – це ваша безпека на дорозі. «Філіпс» – партнер проєкту по безпеці на першому автомобільному.